Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Внимание! Самое главное, самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Брюки Алфея от бренда Олмис. Вы знаете, что за прошлый показ их было продано более 12 тысяч экземпляров. Поэтому торопитесь делать свой выбор прямо сейчас, с самого утра, когда у нас есть все цвета в наличии. Я выбрала сегодня для себя изумрудный зеленый цвет. Причем, Леночка, этот материал настолько удивительный, что как шелк он переливается, играет нежными яркими красками и в то же время уходит в глубину. Ирина Московцева предлагает это вниманию наших российских модниц именно ткани итальянского происхождения. Уже несколько лет, живя в Италии, Ирина привносит свое итальянское видение, как должна выглядеть сегодня российская женщина. Давайте еще раз познакомимся с расцветками. Их 7. Зеленый изумруд, оттенок баклажан. И мне очень нравится, когда мы смотрим на игру этих нежных оттенков, именно когда падают софиты. Итак, баклажановый цвет. А вообще, Леночка, по статистике, он был самым популярным. Это точно, абсолютно. Но если вы хотите ярких, сочных оттенков, выбирайте ярко-красный, потому что в красном бархат настолько богато и красиво переливается, вы всегда будете в центре внимания. Следующий цвет – василек. Этот оттенок вы уже могли наблюдать на нашей модели Татьяне Бабуровой. Очень сочный и в то же время цвет успешности. Так, следующий цвет – серый. Ой, какая жемчужный, красота. Серый, с серебристыми переливами. Очень холодный, с каким-то таким даже зимним оттенком инея. Следующий цвет темно-синий, классика жанра. Посмотрите, как отливает. Слушай, свет, мне кажется, это настоящий сапфир переливается. Ну а если вы предпочитаете классику, черный агат есть в нашей коллекции, успейте забрать его. И только сегодня вы получаете невероятную скидку 1200 рублей. Это скидка, которая в разы больше, чем сама цена. 999 рублей за бархатные брюки, которые абсолютно, мы уверены, станут хитом вашего осеннего гардероба. Итак, 999 рублей, размеры от 48 до 62. Мне вообще, Свет, всегда интересно, как дистанционно можно попасть в свой размер. Но здесь, конечно, уже успех конструктора, который делает лекала. Самое дорогое в любом бренде – это разработка лекала. Ирина Московцева, являясь ученицей Вячеслава Зайцева, отточила свое мастерство, и сегодня она может представить не только для российских модниц. Ирина работает на международном рынке уже более 25 лет. Поэтому, дорогие женщины, мы выбираем тот размер, который носим. Например, Татьяна Крицкая носит 52-й. На Тане брюки Алфея на размер больше. Хочу сказать женщинам, у кого широкие бедра, лучше выбрать посвободнее вариант, чтобы в зоне бедер брюки сидели свободно. Ульяна выбирает красный цвет, и мне очень нравится, как эффектно выглядят наши девочки. Ульяна носит размер 50-52 и выбирает брюки размер в размер. Татьяна Бабурова выбирает 52. Слушай, смотрится просто, ну, волшебно, красиво. Причем мы смотрим, что это универсальное решение, смотрится абсолютно с любым верхом. Ты знаешь, я вспоминаю фильм «Унесенные ветром», когда там главная героиня Скарлетт О'Хара сшила зеленое платье из штор. Я однажды тоже поглядывала на свои шторы, думаю, ну как же вот заполучить бархатный наряд для себя. И сегодня бренд Олмис дарит нам эту возможность. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, я очень надеюсь, что твои шторы остались все-таки в целости и сохранности. Я предлагаю сегодня не выбирать ткани отдельно, а выбирать уже готовые изделия. Итак, материалы, которые использует Ирина Московцева, это итальянский велюровый стрейчевый материал. Его, конечно же, плюс в том, что шелковистая вискозная основа поможет женщинам чувствовать себя комфортно. А вот велюровое стрейчевое полотно, посмотрите, как переливается. И на самом деле этот материал очень эластичен. Это поможет нашим дамам выбрать для себя такую модель брюк, которая подстроится под любые нюансы фигуры. То есть мы выбираем те брюки, которые подстраиваются под нас, а не мы под них. Причем мы выбираем королевский бархат, который всегда популярен и в котором вы всегда будете чувствовать себя королевой. Размеры от 48 до 62 – это самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Цена установлена ровно на одни сутки – 999 рублей. Свет, скажи, это сезонное предложение вообще? Можно в нем ходить на улицу? В нем нужно ходить именно на улицах, потому что бархат сегодня вышел за пределы помещений. Раньше мы надевали бархатные велюровые вещи,
вещи только на праздник, и это всегда была статусная ткань. Сегодня дизайнеры бренда Olmis и многие европейские дизайнеры делают акцент на роскошных ансамблях именно в повседневной жизни. С пончо, с кардиганом, с пальто, с пиджаком. Любая обувь, какую бы вы ни надели, будет прекрасно сочетаться с вашими брюками. А еще мне очень нравится, именно селебрити ввели этот ансамбль в повседневную одежду. Можно носить с дубленками, укороченными куртками, они будут в нашем эфире, и угами, которые женщины очень любят. Слушай, мне так нравится, что королевские материалы так стали доступны для нас, что мы можем носить даже в повседневной жизни и чувствовать себя всегда на высоте. Давайте посмотрим на готовые ансамбли. Итак, я предлагаю вам сочетать с туникой Гайене. Вы можете подобрать цвет туники под цвет брюк, как это сделала Ульяна и я. А вот Татьяна Крицкая выбрала контраст серебристо-жемчужный серый и оттенок баклажан. Эти оттенки прекрасно сочетаются друг с другом, и мы видим с вами готовые комплекты не только для праздника, но и повседневной жизни. То есть мы выбираем для себя универсальное предложение. Выбирайте сразу готовыми ансамблями, экономьте на бесплатной доставке и подарите себе еще и фиксированную доставку в любой уголок России. 199 рублей. Уточняйте условия акции у наших операторов. Вообще, вот знаешь, смотрела за мировыми тенденциями, везде есть бархат. Давайте посмотрим, давай. Леночка, пройдемся. Неделя моды идет по всему миру и в Москве тоже. И я хочу заметить, что такие известные дамы, как Моника Беллуччи, многие актрисы, театры и кино всегда делали акцент именно на велюровых стретчевых материалах. Еще хочется показать удобство, потому что Ирина Московцева как раз говорит не только о статусной коллекции, но еще и о комфорте, который обязательно должен сопровождать женщину. Например, я обожаю юбки, брюки, платья с эластичной посадкой. Для меня, как для женщины с нестандартной фигурой, это отличная возможность. Даже если ты чуть-чуть прибавишь несколько килограммов, ты не отказываешь себе в удовольствии надевать эти вещи. Но мне кажется, знаешь, что в таких брюках каждая женщина будет чувствовать себя идеальной, с идеальной фигурой. Вот если вы хотите быть уверенной в себе, если вы хотите, чтобы одежда подстраивалась под вас, а не вы под нее, то брюки Olmis, брюки Алфея специально для вас, то, что вам нужно, посмотрите на посадку. Ведь очень часто бывает, когда передавливает живот. Посадка здесь, Леночка, действительно завышенная. И для многих женщин, у кого есть нюансы фигуры именно в талии и боковых зонах, оценят по достоинству решение Ирины Московцевой. Я вам скажу так, мои дорогие, чтобы не переплачивать за итальянские бренды, сегодня мы приобретаем коллекцию российско-итальянского производства. Ведь бренд Olmis уже существует 25 лет, а Ирина Московцева работает с брендом Olmis более 15 лет. И благодаря бренду Olmis сегодня мы окунаемся в итальянскую среду с ее теплом и колоритом. Да, это русский бренд с итальянской душой. И только сегодня ваша экономия в разы больше, чем сама цена. 1200 рублей – это ваша экономия, 999 рублей. У нас 7 цветов на выбор. Размеры до 62-го. Успеете дозвониться прямо сейчас.